Спасем старую Москву! Спасем старую Москву! Здесь собралась общественность города Москвы для того, чтобы защитить от сноса историческую застройку Кадашевской слободы, прилегающей к памятнику федерального значения храму Воскресения в Кадашах. Нам обещали на градостроительном совете, что здесь застройка проводиться будет только с учетом сохранения всей исторической среды, фабричных корпусов 19 века и дома дьякона. Сегодня, в нарушение всех обещаний, без утвержденного проекта, снос продолжается на глазах москвичей. Все структуры, которые должны его остановить, в частности, прокуратура, которая должна контролировать приостановление сноса, Москомнаследие, которое выдало аж в 2009 году разрешение на частичные сносы, молчат, не отзываются, не приходят нам на помощь. Общественность должна сама останавливать стройку, рискуя собственными жизнями. Мы спасаем историческое наследие Москвы. Кадашевская слобода – один из последних островков, где сохранилась историческая среда. Кто придет на помощь Кадашевской слободе? Кто из власти откликнется на наши требования? Или мы сдадим город без боя? Фирма должна остановиться, которая здесь работает, и учесть требования москвичей предоставить полный проект общественности, как она собирается застраивать и как она собирается сохранять Кадашевскую слободу. Сейчас ничего этого нет. Мы стоим здесь, просто рядовые люди, архитекторы, студенты, историки, учителя. Мы сейчас пытаемся остановить беззаконие прихожане храма Воскресения в Кадашах. Где уважение к истории? Где уважение к религии и к храму, о котором мы все время говорим? Возле храма идет уничтожение исторической застройки. Что помешает завтра уничтожать храм, если он понадобится под стройплощадку?